Выкрашенные зеленкой волосы, кольцо в носу и все это дочь глюкозы. Старшая дочь Лида доставляет родителям немало хлопот. Она истриглась почти налысо и красилась во все возможные цвета. Старшей наследнице певицы Лидии исполнилось 15 лет. Звездная мама публично поздравила Лидию с днем рождения. Певица выложила несколько фотографий. Можно понять, как менялся облик и характер неординарной дочки. Лидию никак не назовешь пай-девочкой. С юных лет она отличается склонностью к самовыражению. Сейчас у подростка волосы выкрашены зеленкой, в нос вставлено черное кольцо. В ушах девочки массивные серьги из картона, а по щеке ползет гигантский мохнатый паук. Быть твоей мамой – большое счастье. Каждый ребенок выбирает себе родителей. Счастливо, что ты выбрала нас. Люблю тебя, моя малышка. Тебе уже 15. Всегда рядом. Подписала фотоподборку Наталья Чистякова.